Чем ближе новогодние праздники, тем больше детей мечтают о чуде. Вот уже несколько лет подряд Управление культуры, спорта и молодежи Орехово-Зуевского района превращает обычный день в новогоднюю сказку. Четвертый год в рамках благотворительной акции «От сердца к сердцу» Управление культуры, спорта и молодежи и администрация Орехово-Зуевского района устраивают праздник для детей с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей. И пусть до Нового года еще чуть больше 2 недель, но Дед Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой не смогли его пропустить и пришли в Куровской центр культуры и досуга. Вместе со сказочными персонажами ребята водили хороводы и отгадывали загадки. Большую помощь в проведении праздника оказали воспитанники Демиховского дворца культуры. На протяжении нескольких лет они принимают активное участие во многих детских праздниках. Ну, Новый год, я думаю, удался. Мы видели горящие глаза детей, и для нас это самое главное, потому что мы привыкли дарить детям улыбку и праздник. Еще одним подарком для маленьких гостей стала новогодняя сказка «Подарок для Снегурочки». В этот день ребята получили не только море ярких эмоций и новогоднего настроения, но и приняли участие в мастер-классах. Ребята сегодня имели возможность попробовать себя в творчестве и сделать своими руками новогоднюю гирлянду, новогоднюю елочку из бумаги. Ну и также сегодня наши сотрудники делали им такой веселый новогодний макияж, и я думаю, у детей это вызвало большую-большую радость. В завершении праздничной программы юных гостей ждала самая приятная часть – вручение сладких подарков.